Сегодня посмотрим Бенетон. Он всегда отличался чем-то ярким, мягким, качественным. И тут, смотрите, есть даже Новый год. Время посмотреть. Как я и говорила, буйство красок, и это прекрасно. Супер яркие пуховики за 18 тысяч рублей. Пальто, чем-то напоминающее Massimo Dutti, оно стоит 20 тысяч рублей. Есть вот такое вот небесно-голубое и серый меланж. Классный вельветовый пуховик за 16 тысяч рублей. Он очень мягкий, очень такой персиково-красивый. За 6300 вот такие курточки, они как раньше в Uniqlo были или в Косе, поддевать под, например, под шубу или под пальто, вот тоже за который вот тоже за 17 тысяч рублей. Расцветки на любой вкус. За 25 тысяч рублей это пальто-пуховик, непромокаемое, на пуху, переработанном, как пишут нам этикетки. Опять очень большой выбор расцветок и фасонов шапочек из кашемира и шарфика. За 5000 рублей всего вот такие водолазочки, как обычно, очень приятные к телу. Также есть V-образным вырезом джемпера. За 25 тысяч еще есть такой вот изумрудно-зеленый пуховик. Он уже немножко другой, он стеганый, без пояса. Но опять же, водонепроницаемый, на пуху. Для любителей платьев свитер. Есть зеленый и черный, 10 тысяч рублей. Видимо, это какая-то вот лимитированная коллекция в Бенетоне. Очень интересное платье за 18 тысяч рублей. Платье-рубашка. Наши дизайнеры, если взять Trend Island, они там тоже похожие что-то выкладывают. Но здесь, кстати, очень интересный рисунок. Интереснее, чем в Trend Island продают. Также из этой лимитированной коллекции есть рубашка. Она стоит 11 тысяч рублей. А для любителей, естественно, ярких цветов, куда же Бенетоне без яркости, вот еще вот это платье, то же самое, как и черно-белое, за 18 тысяч рублей. Классная шубка. Если ярко-синяя она на любителя, то вот эта вот, она более универсальная, тоже 20 тысяч рублей. Вот такой новогодний Christmas уголок Бенетон. Потрясающий по цвету и мягкости свитер. 10 тысяч рублей. И рисунок не заезженный. Милейший шарф за 5 тысяч рублей. Тоже с новогодней Christmas тематикой. 10 тысяч рублей. Тоже посмотрите, какой прелестный свитер. И Санта такой милашка. Красное платье из бархата всего за 9 тысяч рублей. Дешевле, правда, не найти нигде. Очень хорошее качество и цвет благородный, такой яркий. 9 тысяч рублей, а-ля такой, знаете, под твид, но это вязаный кардиган. К нему также есть мини-юбочка. Еще за 14 тысяч рублей есть такие вот средние длины, ну, точнее, по бедро пуховики. Они тоже разных-разных цветов. За 8 тысяч рублей вот такой вот прелестный кардиган зеленого цвета. Есть еще в красном варианте, но вот зеленый, он прям такой, знаете, универсальный, куда все. И на Новый год. Супер нежный джемпер, он с добавлением мохера. 9 тысяч рублей, есть еще более розовый, а вот этот желтый просто божественный. Помимо ярких цветов, удалось найти и более классический черный. И вот такой вот кэмел есть. Опять же, тоже по 20 тысяч рублей. Но хоть они очень классные. И на материал. Материал верха очень тактильный, такой приятный. Вот более классическое платье. Свитер. Оно есть красное, такое, вы знаете, как бордово-красное. И зеленое. 9 тысяч рублей. И ворот. Как раз то, что нам нужно на зиму. Такой вот
мини-обзорчик по Бенетону. Он в Метрополисе не самый большой. Но здесь приятно и находиться, и материалы очень приятные, и продавцы все рассказали мне про эко-коллекцию. В общем, знаете что, вот Бенетон, он все-таки больше соответствует критериям цена-качество, чем тоже Манго, которая сейчас подорожала просто в бешеные разы. Вот здесь прям классно, в Бенетоне.